Дружный коллектив музыкантов, значит, самое время их объявлять. Итак, друзья, академический фольклорно-этнографический оркестр «Атерар Сазы» имени Нургисы Тлендиева, художественный руководитель и главный дирижер оркестра, заслуженный деятель Республики Казахстан Динзухра Тлендиева. И... Всегда начинается с открытия, с приветственных слов. И под ваши аплодисменты я приглашаю на сцену генерального консула Франции в Казахстане господина Патрика Ренара. Доброе утро. Я всегда рад открывать наши мероприятия, это фет де гастрономии. И в этом году мы сделали благодаря Исенгали Байменов и Коктобе, и Нурлан, здесь, Кок, Бас и Арт. Я думаю, что это мероприятие, это не последнее, это первое. И спасибо большое тоже, что нам поддержали Ассоциацию Амитье, Гурша Татьева,
и тоже Дилара, и Брагинова, потому что... Вы втроем работаете, да? Да вы не снимаете, это некрасивые стоят.